тут пацанов там ездит спокойно, катается, застревает. Вот что это такое? Вот что это такое? Что это за читы? Алло, Гареда, вот это вот что это? Пытается кого-нибудь найти. О! О! У него еще эмоции есть. Окей. Всем привет, дорогие друзья! Мы на страже закона, мы на страже фрифайра, и вам понравилась рубрика, я увидел ваш актив. Ребят, только благодаря этому рубрика живет, поэтому активничайте, лайки ставьте, это обязательно. Собственно, ребят, сегодня будет очень много читеров, вы спросите, почему так много. А, тут будет несколько коротких роликов, мы просто посмотрим, что это за аккаунт, посмотрим, что у него есть за донат. Ну и, собственно, забаним его, естественно. А в чем прикол? То есть все практически сейчас будут видосы. Это чуваки, которые вот эти вот ублюдки, которые юзают чит, когда вы едете на машине вот так вот вперед, и так вот едете, такие... И такой вот тут вот, например, вот здание, да? Вот, например, здание, вот, вот оно здание, да? Кстати, надо показать его. Здание, он такой пам, и проезжает мимо в него, и дальше едет по зданию. То есть сквозь текстуры катается. Вот таких ублюдков сейчас будем банить. И, собственно, давайте начнем с самого первого. Вот, ну, ребят, не забывайте, лайки, подписки, только благодаря вам. Только благодаря вам живет эта рубрика. Чит-патруль. О, Бекболот. Есть такое имя Бекболот? Казахи, подскажите. Вот, в общем, вот этот вот челик. Мы сразу же видим, как он катается, как он крутой, как он топовый. Ей, бой, класс, здорово, молодец, супер. Естественно, он отправляется в бан, увидели его, спалили его, я вырезал момент, где он там другой херней страдал. Во, кстати, еще и не смог сбить пацана, просто не смог сбить пацана. Пацан, наверное, в шоке там был, типа, чего? Что мимо него, сквозь него там тачка проезжает, какого черта? Вот, в принципе, мы видим у него то, что у него есть куртка мастера. И земляная маска, вы знаете, вот эта вот прическа земляная, которая давалась бесплатно. Вот, в общем, чувак отправляется 100% в бан, просто пока, до свидания, тут даже нет вопросов. По скинам, в принципе, у него там бедненько, вот, по-моему, у него еще есть рюкзак, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот в этом моменте, видите, рюкзак у него тут есть, вот в этом. Вот, рюкзак это розовый заяц, кролик. Ну, минус аккаунт. Погнали дальше, ребят, погнали. Ну, а наш следующий пациент... В общем, Даулет 0707. Вот. А, вроде все хорошо, вроде все спокойно. Толкает тачку, типа крутой парень. Запрос к нему друзья отправили. Уже видно, что там отправили на него, то, что он читер, все дела. Но он так, типа, бесцеремонно едет сквозь здание, опять же. А, слава богу, этот чит, за этот чит очень быстро банят. И сбивают пацана, просто там сбили пацана, пока до свидания, едет дальше. Выглядит это, конечно, очень странно, парень, наверное, в шоке. Вот, кстати, там видно, был момент, где видно, что у него за костюм. Что у него за костюм, я не понимаю. Даулет. Вот, добивает пацана. А так он не один еще катается, вы понимаете, он не один. Блин, качество полностью полное говно. Это вот жалко. Но, в принципе, видно то, что вот 1.34, 1.77, 9.8, 2.9. Вот, в общем, это Даулет. Так, что он вышел вот отсюда? И это ястреб, как я понимаю, да? Походу, это костюм ястреба. Вроде как. Да, скорее всего, это костюм ястреба. Да. Это костюм ястреба. В общем, пока, парень. Минус костюм твоего ястреба. Погнали теперь дальше. Очередной читачок с читом на машину. Чит на машину, смотрим. Катается такой парень, за Софию играют. Да, да, за Софию играет, окей. Мексиканская эта шляпа. В принципе, ничего необычного, просто проезжает мимо всех этих зданий и всего, ему вообще похеру. Не, это, конечно, прикольно, типа, весело, но... Вы же понимаете, что за это ребят банят. Напоминаю вам, что за это реально бан. Все, вы ничего не сможете сделать. Ваш аккаунт просто тупо забанят. В чем прикол пользоваться читами, я не понимаю. Тем более в этой игре. В этой игре. Во Free Fire. Рили? Типа, серьезно? Окей, ну,
тут видно, что проезжает, просто тупо у него мексиканская баба, в принципе, больше ничего нет. Пытается попасть, ну, аимбота у него точно нет. Да, у него точно нет аимбота, но точно есть выход, то, что он увидел сейчас там. Да, скорее всего, у него есть выход, но аимбот нет. Поэтому не такие жесткие читы, как я думал. Поехал дальше за чувачком, ну и все, в принципе. То есть ничего такого сверхкрутого я не заметил, но парень стопроцентный бан, это все дальше. Ну, типа, тут даже нечего сказать. Давайте пойдем дальше, думаю, уже донатер у нас сейчас попадет, ребят. Так, друзья, я посчитал, что нужно немножко разбавить рубрику. В чем разбавить же пареньком, который не ездит, а сидит в текстурах? Сидит в текстурах. Бэтмен! Бэтмен! Старенький видосик получился у нас тут. Вон там парень улетает, это обычка, как я понимаю. Да, ну вот видите, выходит такой, стреляет. Жалко без звука, он же без звука? Да, он без звука. Вот, а он стрелял в голову? Не, это просто стрельба, то есть ничего такого, да? Да, ничего такого, просто стрельба. То есть аймбота, опять же, мы не видим. Не донатер, как я понимаю, вообще там, ноунейм, может быть, даже новенький какой-то аккаунт. Вот, просто разбавим установочку. А он сможет расстрелять пацана с пустым? Не, не показали. Мне было бы интересно. В общем, парень, если ты даже играешь, если ты это видишь, просто отсоси. Вот, потому что вот используют читы, это хреново. Идем, опять же, возвращаемся к тачкам, ребят. Ну, а здесь уже должно быть более интересно. Вы спросите, типа, а чё, почему, как, зачем? В чем прикол? То, что этот парень 100% уже давно играет. Вы спросите, почему? Потому что у него есть сразу же 3 навыка. То есть, это уже нужно понимать, что он играет не первый день. Вот, в принципе, у него какой-то шмот есть. Ну, это такой, знаете, бедный шмот. Ничего сверхобычного, сверхкрутого мы не заметим. Вот, опять же, сбивает тут пацанов, там, ездит спокойно, катается, застревает. Вот что это такое? Вот что это такое? Что это за читы? Алло, Гарена, вот это вот, что это? Гарена! Что это такое? Ему просто похеру. Алло! Алло! Что это? Как? Опять залез обратно, поехал кататься. Сбивает пацанов по КД просто так. Ему нормально. Мне кажется, за это баниться должно сразу на автомате. Вот за это баниться должно быть вот просто на автомате. Вот и все. Жесть. Карена, пожалуйста, фиксите это. Я просто сейчас охренел то, что он вышел посередине где-то, и это был для меня какой-то шок. Ладно, жесткий. По паре отправляется, естественно, бан пока. Погнали дальше. Ну, а тут паренек уже с пропуском. Скорее всего, он его получил бесплатно, но он бесплатно получит бан. То есть мы уже сразу заметили то, что у него есть ковбойский пропуск, который выдавался бесплатно. Катается спокойно, по-моему, не быстро, нормально катается. Ну, нормально в плане того, что ездит сквозь текстуры, это да, окей, вообще, вопросов нет. Такой наглый, о, может быть, знаете его, кстати, не, айдишник у него 1, 2, 3, 4, 5, 6, нет, 9-значный. 8-значный, это значит оп. Оп, еще одного сбил, блин, ребят, вы играете такие на рейтинг. А тут такой вот ублюдок катается спокойно, ему нормально, тут окей, 5 киллов уже сделал. Пытается еще кого-то найти. Че, он умрет тут под конец, да? Как всегда. Не, он застрял. А, он застрял! Нуб. Что он сейчас, вот в этом здании застрявит, что ли? Что, читы не так хорошо работают? Застрял, бедолага? Беда, беда, беда. Жесть. Жесть. Все, пока. Там Трешер Эксе был? Там Трешер Эксе был, кстати. Ну все. Кстати, у него тоже 3 навыка, то есть гарантированный бан. Идем к заключительному чуваку. Ну а вы, ребят, напоминаю вам, что отправляете читеров таких, сговорщиков, мне на почту жабка-стример. Жабка-стример в описании есть. Давай. Ну, друзья, я же вам обещал в конце показать донатера хотя бы. Паренек, ты знаешь, что сейчас будет с тобой? У него есть тачка. У него есть там, если мы заметим, клоун. Пам-пам-пам, бро, мы тебя нашли. Алло, я тебя нашел. Все, бро. Вот таких вот я более люблю банить. Потому что всяких нубов, ну типа, ладно, пока, до свидания. Вот, а вот именно вот таких вот. О, сбил там кого-то. Кого он там сбил? За стенкой, за деревом стоял паренек.
Думает, Ник сделал, что его не заметят. Да, конечно же, бро, айдишник-то виден. Айдишник-то виден. Так, что у нас тут мы видим? Так, он где-то выходил. Вот он вышел. Так, у него клоун есть стопроцентный. Старый клоун. При этом есть у него... у него есть еще и катана. Катана есть. Рюкзак есть. АВМ-ка есть. АВМ-ка это из пропуска, по-моему. Не ошибаюсь, это пропуск какой? Первобытные люди, или как он там назывался? Первобытные ребята, вот. Что у него за юмп, мне интересно? Юмп какой-то... Я не знаю, я не понял, что... Ой-ой-ой, я не понял, что это за юмп. Но юмп у него точно есть. Окей, катается он у нас дальше. Навыки у него также 3. Пытается кого-нибудь найти. О! У него еще эмоции есть. Окей, окей. И юмп у него красный за... А за что он давался? За пополнение, по-моему? Ну, парень. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, девять, девять. И эмоция трон. И еще одна эмоция. Ты серьезно? Это будет самый максимально крутой бан. Вот за это лайк, ребят. Вот таких вот я люблю банить. Ребят, присылайте мне видосы такие, в хорошем качестве. Если вы увидели особо донатера, особенно донатера, заливайте все это на YouTube, скидывайте мне в личку в... на почту ссылочку на ваш видос. Ну и, собственно, все. Вот. Ребят, надеюсь, вам понравилась эта рубрика, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Баним читеров, пам-пам-пам, баним донатеров, обязательно баним донатеров, которые вот донатят и еще используют читы. С вами был я, Жабка, всем спасибо, кто меня смотрит, всем удачи и всем пока. Пока, ребят.